Теперь пообщаться со священником, послушать духовные песни можно в одном из петербургских кафе. По задумке отца Анатолия Першина, это поможет людям, только ищущим путь к Богу, узнать больше о православии и современной авторской песне. Подробности в нашем следующем сюжете. Недели петербургское кафе «Пастораль» становится местом встречи православных авторов-исполнителей. На первый взгляд, инициатива необычная. Почему не при храме, не в концертном зале? По задумке отца Анатолия, который известен нашим телезрителям как ведущий музыкальной программы «Ларвские встречи», эта инициатива рассчитана в первую очередь на случайных посетителей. И тех, кто только собирается переступить порог храма или стесняется подойти к священнослужителю. Также в кафе собираются все неравнодушные к духовной авторской песне. О таких вечерах я мечтал много лет. Вот впервые на эту мысль меня навел архимандрит Герман Подмашинский. В Москве был на выставке в ДНХ на православной. Мы с ним разговаривали, он сказал, что вот в Америке у них очень много к православию приходит людей через кафе. Появилась возможность на базе одного из их ресторанов в Петербурге сделать такую площадку православную. Так, идея духовно-просветительского центра. Когда может любой человек прийти и встретиться с батюшкой, послушать песни православные, попасть в атмосферу духовную. Отец Анатолий, будучи музыкантом, тоже берет в руки гитару и исполняет свои песни. Но главными героями вечера становятся гости батюшки. На этот раз это слепой музыкант Алексей Вечер со своей супругой Верой. 8 лет назад они познакомились и создали дуэт «Вечер с Верой». Спасает вера нас и дарит небеса шанс. Как мы сладились между собой, так и дуэт сразу постепенно, можно даже сказать, тихонечко досладился. Ну, потом как-то вот пришло такое название, раз «Вечер с Верой», оно такое двоякое немножко, да. То есть каждый может по-своему, вроде тут «Вечер и Вера», да, имя и фамилия, а вроде как «Вечер с Верой», да, с православной верой. Уже не сможет оборваться древняя нить, связан время и пространство, дав нам жизнь, дав нам жизнь. Александр и Полина Андреевы познакомились на хоре в храме, стали общаться, поженились. Оба профессиональные музыканты, поэтому создать семейный дуэт им сам Бог велел. Сейчас супруги поют в храме Василия Великого в Осиновой роще, где служит настоятелем отец Анатолий. Следующая встреча в кругу друзей пройдет в кафе «Пастораль» 8 октября. Не спеши, не спеши с детством расстаться, как ты будешь засыпать без этих грез.